Привет, с вами Торо, вы на канале Any Sunrise, и мы продолжаем прохождение Tales of Berseria. Наша экспедиция завершена. Две победы, одно поражение и ничего особенного в сокровищах. Ладно. И мы выполнили первое поручение странной гильдии, и пора об этом деле рассказать. Вы прекрасно со всем справляетесь, признаться, я поражена. И следующее задание — найти пропавшего человека. Разыщи и приведи ко мне ученого по имени Мэнди, который исчез на дороге Галле. Какая-то стрёмная дорога. Да, беремся. Но нужно сделать еще кое-что. Уверена, вам это не составит труда. Ученый, пропавший на дороге Галле? Но странное поручение. Если они знают, где он исчез, то почему сами его не поищут? Вот именно. И что противозаконного может быть в деле о пропавшем человеке, что для этого нужно обращаться к преступникам? У меня есть кое-какие подозрения, но наша работа не в том, чтобы задавать вопросы. И то верно. У нас как бы своих дел по горло. Если еще искать мотивы в чьих-то поручениях, то времени на свои проблемы как бы не останется. Так, поискать пропавшего ученого. Ну, если довериться логике, то можно со 100% вероятностью сказать, что ученые просто так не пропадают. Обычно ученые виноваты в этом сами, они постоянно что-нибудь изобретут, а потом их похищают, и в итоге, в общем, вот. Посмотрим, что же наделал этот ученый, что он натворил. Так, ладненько, выбрались на тракт. Что дальше? Дальше, видимо, нам нужно бежать куда-то направо. Хорошо. Потому что только там мы пока еще не были. Там есть две какие-то неисследованные области. А вот этим делом мы, пожалуй, и займемся. Но что-то я, если честно, уже и надежду потерял встретить заклятых врагов. Ну, что-то не прет мне на них вообще никак. Главное, чтобы он не появился в самый неподходящий момент и не попячил меня. Вот тогда мои ожидания точно уже оправдаются. Мне уже некуда девать эти янтарные клинки, блин. Так. Значит, нам нужно на север. Окей, опасные противники. Да вот сейчас я как бы не собирался целую толпу агрить, они как-то прям сами ко мне пришли. Ну, раз уж пришли, что поделать? Убегать от таких врагов смысла нету, потому что скорость побега увеличена аж в 4 раза. И пока я буду пытаться убежать, они 100% меня запинают. Причем довольно неприятно и причем прямо в спину. Так что лучше не рисковать никогда. А с такими врагами? Да во-во-во-во, пожалуйста. Уже оглушили одной клюхой, мне 160 хп снесли с одного, блин, удара. Даже я вам им такого урона не наношу. Хотя хп у них, простите, в 2 раза больше, чем у меня. Оглушение самое страшное, что может быть. Да, вот это сражение в мои планы вообще не входило, но походу оно будет интересным. Змеи оглушают очень так бодренько. И можно очень весело отвалиться. И все сразу получили оглушение. Просто топчик.
главное не прерывать серию расколов, иначе все, труп. Просто сразу труп. Во-во-во, прям на глазах появился гибон, которого не было. Обезьяна появилась прям-таки из воздуха. Отправим ее, пожалуй, туда, откуда она и пришла. Ну, блин. Снова три гибона. Откуда у меня одна единица хп внезапно? Что? Чего? Как я докатился вообще до такой жизни? А почему у меня оказалась одна единица хп? Почему я внезапно, блин, умер? Что вообще произошло? Непонятно. Ну и ладно. Я чуть не припоминаю, чтобы меня там оглушали, еще что-нибудь. Но внезапно просто пыщ, одна единица хп и... И все. И труп. И сразу минус куча рейтинга. Но тем временем 6 шмоток снова мы получаем. По крайней мере, по снаряжению оно того стоило. Так, гибон, давай, пока мы не будем с тобой ничего делать. Нет, видимо, договориться с гибоном у нас не получится. Придется пинать и этого гибона, что поделать. По крайней мере, здесь подкреплений быть не должно. Здесь должны быть только вот эти гибончики. Ты чё, как я сдох вообще, чё, а? Как так получилось-то? Просто внезапная внезапность. Так смотришь по сторонам, потом оп, а у тебя одна единичка хп. И ты такой, ну ладно, и тебя моб тык, и ты сдох. Чё, куда? Я бы сказал, что нужно быть внимательным, но... Я был внимательным, и это мне ничем не помогло. Так, ну похоже мы движемся куда-то в правильном направлении. Эй, на вид этот шумный, довольно силен. Думаешь, это один из них из демонов красного уровня? Мне все равно, я бы не хотела тратить свое время на бессмысленное сражение. Я не считаю это тратой времени впустую. Послушай, а ведь в рядах аббатства совсем немного сильных экзорцистов, которые могли бы справиться с таким демоном. Пожалуй, легаты и такие преторы, как леди Тереза, вполне способны на это. И все они твои враги, да? Вижу, к чему ты клонишь. Члены аббатства сильны как вместе, так и по отдельности. И если мы хотим приблизиться к ним по силе, нам нужно оттачивать свое мастерство в сражениях с такими мощными соперниками. Я бы так и сделал, но ты вправе решать сама. Хорошо, я соглашусь с тобой. Но для начала нужно определить, насколько он силен. Не хотелось бы переоценить свои возможности. Это само собой разумеется, не хотелось бы погибнуть из-за недостаточной подготовки. Не надо так беспокоиться. Если хочешь сразиться с ним, то вперед, я тебя прикрою. Не припомни, чтобы я просил тебя о защите. Тебе и не нужно. Да, вот кто-кто, а уж Рокура со своим интеллектом сейчас меня точно прикроет. Вот на него сейчас, ну, точно можно рассчитывать. Не дай бог, сейчас мне полагаться на Рокура. Потому что это нечто. Это просто нечто. Его поведение трудно с чем-то вообще сравнивать. И... А я понял, где тут демон находится. Красного уровня который. Та-дам! Похоже, после этого задания нас ожидает веселенький бой с демоном красного уровня. С еще одним. Я тут от мыши той летучей еще не до конца отошел. А тут нам предлагают еще одно сражение веселенькое. Так,
Так, кольцо пустоты, мастерство. И мастерство медальона памяти. Окей. Вон, смотрите, смотрите, смотрите. Вон там вдалеке я вижу открытый сундучок Котыгов. А слева вон та пещерка, в которую я хотел попасть. И там же мы сражались с этими... С ребятами, которые напали на... на врачебные повозки, короче. А значит, когда мы будем бежать обратно... Ну, скорее всего, не когда будем бежать обратно, а скорее всего, когда уже сдадим второе поручение, мы заглянем к вот этому вот парню. И посмотрим, получится ли у нас победить еще одного демона красного уровня. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас хватило на это сил, но... Сильно надеяться на это, пожалуй, не стоит. Потому что напарники наши пока доверия не внушают никакого. Совершенно. Пока они бесполезны. Чуть больше, чем полностью. Ну, хотя бы попытаться... Вот ту обезьянку пнуть все равно стоит. Хотя бы потому, что можем. Почему бы не попробовать? Так, не, птиц. Пока не до тебя. Вот серьезно. Да, вот она, дорога Галля. Ага. Заболоченные земли с ямами. Отличное место, отличное. И да, вон у нас там звездочка есть. Значит, продвигаемся дальше, собирая души котыков. А больше нам ничего не остается. Я вон вижу каких-то хреней, которые очень похожи на пикси. Как бы так сказать-то, вот пикси мне сейчас только и не хватало. Меня в истерии от них бомбило, от пиксей-то. Здесь я с ними не хочу встречаться. Просто, насколько я помню, пикси — это кастеры. А кастеры бьют всегда очень-очень больно. И если уж не я, то половина команды точно на них сейчас отвалится. Поэтому вот лучше змеек там попинать всяких или еще кого, но только не пикси. Чё, змей до хрена я насобирал. И ни одной шмотки даже не дали. За такую... Не, пикси, нет. И снова нет. Я бы с пикси начал сражаться, только если бы они охраняли какой-нибудь сундук Котыгов, скажем. Если бы я подозревал, что там что-то ценное, вот только тогда я бы, пожалуй, напал на них. А так, не, спасибо. Как-нибудь обойдемся. Так, пикси вроде бы нету, да? Ну, вид, кстати, красивый. Леса и местность такая прям приятная. Валун опутан разросшимися лозами, и их, судя по всему, можно легко сжечь. Обязательно сжечь. И столкнуть. Коварный план. Сначала сжечь, потом столкнуть. Так, ладно, куда мы прискакали? Судя по всему, нам нужно куда-то ниже, но можно и пойти повыше. Почему бы не пойти повыше сначала, посмотреть, что там? И нет, в случае чего вернуться выше. Ой, ниже спуститься. Почему пикси меня так не любят? По-моему, они не любят меня еще больше, чем я их.
Ой, ребята, похоже, нас впереди ждет демон красного уровня. Ну, а это значит, что мы сейчас пойдем к нему. Потому что можем. Так. Если вспомнить тех ребят... Тихо, блин. Здесь как на наших дорогах пикси выскакивают прям под колеса. А если вспомнить этих ребят, которые там нам втирали об этих самых демонах красного уровня, то о двух из них уже было что-то известно. Это летучие мыши, которую я пнул, и третья по счету была какая-то там тварь, короче, запинав которую, мы могли получить доступ к более высокому уровню сложности. И та была по счету третья, а если учесть, что номер второй, по идее, нас ждет вон там, внизу, то здесь будет именно та тварь, которая открывает доступ к новому уровню сложности. Я сомневаюсь, что я понятно объяснил, или я вообще хоть что-нибудь объяснил. Ну, короче, я подозреваю, что если... Да чё подозревать, вон она стоит, та самая хрень, за победу над которой мы сможем открыть новый уровень сложности. И точки сохранения здесь нету. Хы. Значит, придется как-то вот так вот. Ладненько, выбора особого у нас нету, придется пинать. Так, там еще впереди сундук есть, так? Хорошо, не зря же я у мамы повар. Так. Так, что нам делать? Да, давайте сделаем вот так вот. Пускай Лафи учится готовить. У него очень полезный эффект, который снижает время паралича на 40%. Это очень-очень полезная штука. Так, ХП у ребят вроде бы как фул. Ну что, ребят, ладно, поехали. Следующий уровень сложности нас ждет. Ехидна. Безногая демон. 22 тысячи ХП, уязвимость к воде. Безногая и демон. А не против безногих и не демонов у нас ничего нету. Остается только пользоваться уязвимостью к воде. А чего у нас здесь? Да, только два приема у нас есть водой. Так, ладно. Все, понеслись, короче. Так, пока еще никто из наших там не отвалился, что как бы странно. По-моему, это ехидна уже прием один использовала, и уже хоть кто-нибудь да должен был сдохнуть из нашей топовой команды. Но пока нет. Так, чего, как там? Ну да, вроде живем пока, живем. Дотрынделся просто. Так, ладно, пока на себя используем желешку. И вот сейчас мы реснем, пожалуй, Рокура. Хоть он и дурачок, но он нам, думаю, сможет помочь. Хотя бы отвлекая врага на себя. В какой-то степени это тоже можно считать помощью. Да задолбала эта хрень сидеть в постоянном блоке. И душу же, блин, не получить-то толком. Потому что она в блоке постоянно, и дебафы не действуют. Блин, а вот хреново, когда эта хрень переключается на Лафи.
Рокура-то уже умудрился сдохнуть. А Лафик-то молодец, он сбивает каст этой твари. Во-во-во, неужели я душу, блин, получил-то? Свершилось чудо. Бывает и такое, бывает и на нашей улице праздник. Блин, неплохо было бы резнуть еще. Вот это была плюха. Так, у нас отвалился еще и Айзен. Давайте тогда Айзена резнем. От него пользы должно быть побольше, чем от Рокура. Нет, нет, нет. И еще раз нет. Вот это ж была хрень полнейшая. Так, ну я теперь зато понял, что от этой линии лучше уходить в сторону. А так будет побезопаснее. Вот Лафи нужно спасать. Во что бы то ни стало. Лафи наш главный помощник и спаситель. Его смерти допустить нам никак нельзя. В отличие от Рокура, который дохнет постоянно. Постоянно. Не-не-не, от Лафика ручки прочь. Не, Лафик вроде бы держится, Лафи молодец. Нет, не получилось. И как от этой атаки-то уходить толком? Непонятно. Ну вот, 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 почти опять я под нее попал. Душа, 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 душа. Да ладно, куда ты от моих-то атак убежала? А самый неподходящий момент. И еще одна душа. Вот это топчик. Вот это просто топчик. Просто очень-очень вовремя. Ой, Айзен, с тобой-то что случилось? Так, очень-очень-очень неприятная атака там. Ага. Так, Айзен, живи. Так, прочь от Лафика. Но Лафик тут, бедолага, меня подхиливает со всех сил, старается. А эта тварь его пинает. Ну, смотрите-ка, мы почти победили даже. Вроде как. Но это не точно. Ну блин, это честно страдания какие-то. Зато так интереснее. Хи. Ну правда, если бы ребята были поумнее, то все было бы намного проще, конечно же. Так, ну что, заканчиваем, да? Иди сюда. Да иди сюда, блин. И сразу убегать, а? Уф. Айзен получает титул «Мощный мужчина». Ну что можно сказать, поздравим Айзена. И получен винтит злодея. Открывает сложность боя «Напряженный». Фу, ребята, мы это сделали. И теперь можно добавить немножко сложности в игру. Система, параметры, сложность боя, напряженный. Во. А теперь, я думаю, будет поинтереснее. Но последний бой мне запомнится надолго, примерно как бой с мышью. Но тут хотя бы у меня получилось победить с первого раза. Так, все, теперь нам остается только двигаться. А, вон, мы отсюда можем попасть вниз. Посмотрим, что будет твориться на напряженной сложности. Я сомневаюсь, что мне прям сильно-сильно понравится то, что будет происходить, но... По крайней мере, посмотреть на это дело стоит. Ой-ой-ой, там что-то эти, вон-вон. Бегут уже, темненькое пятно сзади бежит. Усиленные враги. А давайте. А почему нет? Ладно.
Так, стоп, давайте. Вы кто? Вы звери. Так, вы звери, да? Так, где? Во. Так, ну что ж, водные. Посмотрим, на что вы там способны на напряженном уровне сложности. Как бы пожалеть сейчас не пришлось, потому что у меня зелий не осталось. А нам еще этого спасать, ученого. И Видус Рокура. Опять Рокура сдох. Да что ты будешь делать? Можно его как-нибудь продать, как ненужный груз? Хотя сомневаюсь, что за Рокура много заплатят, но... Это все-таки лучше, чем ничего. А, и Айзен сдох. Ну, Айзен там у нас по титулу какой-то там мужчина. Ему можно. Так, ну что, твари, неужто вы собираетесь меня здесь зарашить такой толпой? Вот один Лафик молодец. Не дохнет, подхиливает. Ну, просто вообще паинька. Ну, скажу я так себе этот бой. Ну, как так себе? Вот так, просто. Что за плюха мне в спину прилетела? Боже ты мой, что происходит? Что творится? Я опять же даже не понял, как я сдох. Но факт в том, что у меня опять одна единичка ХП остается. Оставалось, точнее, вроде бы как. Или я на УСВ смотрел. А, да, наверное, я на УСВ все-таки смотрел. Блин, там на лафе три этих бобра сидят. Ух, чё-то у меня аж пальцы заболели после этого боя. Все, я сдаюсь, выпустите меня. Кстати, эти твари 26 уровня, а я уровня это 12. Ну это так, к слову, в свое оправдание. Не, серьезно, 26 уровень. Это как бы уже не смешно. Фух. А, ну и повышение уровня. Почему бы и нет? 6 шмоток. Опять. О, и к тому же экспедиция закончилась. Одна победа. Дерьмо. О, пиратский флаг получен. И обнаружено новое сокровище. Костюм близнецов. А костюм, найденный в сундуке на островах Диамел. Согласно преданию, некогда такие костюмы носили близнецы, обладавшие легендарной способностью к перевоплощению. И изучен новый прием. Так, ладно, давай дальше. Так, я уже забыл после этого боя, куда я идти собирался. А, вниз, точно. И там ждет нас Пикси. Нет, вот Пикси мне сейчас точно не нужны. Ну, блин, напряженный уровень сложности, это да. Это вполне себе. А вон, все, нам сейчас нужно просто пробраться вниз. Просто спокойно, тихо бежать, никого не трогая, никого не агря. Просто доползти до низа карты, и все. Вон, там я уже вижу кого-то. Значит, мы почти притащились. Ну, кто идет? Ну, что здесь вообще делает стража? Ах, вы ж твари. Не нравитесь вы мне, учитывая то, что половина моей группы дохлая. А тем временем они 19 уровня. Угу. Не, ребята, ни хрена. Нужно выжить любой ценой. Потому что я игру не сохранял. Ха! После победы над этим самым. Ну, над той хренью, короче. И если мы сейчас... сольем этот бой, то будет такой трэш, которого я еще не видел.
Так, стой, Лафи, 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 хиль меня, нечем тебе... Меня нечем хилить. Ладно, раз хилить нечем, тогда давай. Ареса и Рокура. Безмозглого этого, блин. Ой, трешанинка, походу мы сейчас помрем. А сохранений нету. Ха, лоль. О, как. Душа, душа, хил, хил. Мой хил, мой хил, нет. Давай, блин. Что происходит? Что происходит? Мне серьезно сложно понять, что происходит. В этой серии такие бои какие-то эпичные, что меня до сих пор не отпускает. Я под большим впечатлением. Так, вот эту хрень мне бы добить, и я бы душки получил. А во, то, что нужно. О, все, ребята. Пора, пожалуй, жарить экзорцистов. Ой, как хорошо-то пошло. Тихо, 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 там впереди душа. Блин, вот это было грустно. Да пофиг уже на приемы, которые в меня летят. Тут уже остается просто пинать по КД. Рокура опять сдох. Что с ним не так? Я его точно продам. Он рано или поздно меня выведет из себя, и я продам Рокура. Ну да, напряженный уровень сложности чувствуется, чувствуется, особенно когда зелий нету, Рокура. Рокура это Рокура. Вообще прям хорошо чувствуется. Ну и для шмоток добьем артом, пожалуй. Ну и ну, и что, как ты думаешь, что они охраняли? Может быть, маленького заблудившегося ученого? Думаешь, они держат Менди в плену? Ну что-то же они явно тут делали. О, и виндит новый получен, виндит гонца. Увеличивает скорость передвижения по карте на 10%. Ну, хорошо, почему бы и нет. А теперь мы будем бегать побыстрее. Ну, у меня душевная травма после этой серии. Разрази меня гром, а вы еще кто такие? Как вы сюда попали? Надеюсь, вы не убили наемников, которые присматривали за нами. А чё это так прям плохо, если бы мы их убили? Я не пытаюсь убежать. Ну, ладно. А тут есть кто-нибудь по имени Мэнди? Мы пришли помочь. Слава небесам, я наконец-то вернусь домой. Значит, они действительно держали вас в плену. Они заставляли вас добывать руду? Да, я открыл метод ее обогащения, но это дорого мне обошлось. Но что такое кровавая руда? Редкий камень, состоящий из концентрированных питательных веществ. Он ядовит, но при этом может использоваться в медицинских целях. Именно так. Получается, вы делали лекарства? Да, они заставили меня производить вещество под названием нектар. Разве кровавая руда не вызывает сильное привыкание? Я им говорил, но у меня не было выбора. Ладно, плевать, наше задание выполнено. А сможете самостоятельно добраться до Логреса? Да, смогу. Мне ужасно жаль. Зачем передо мной извиняться? Ага, значит, эта хрень вызывает сильное привыкание. Мы сделали то, зачем пришли. Пора возвращаться к старухе. А значит, если эта хрень вызывает сильное привыкание, то выходит, они делали наркоту. И сомневаюсь я, что они делали это за спиной у аббатства, учитывая то, что охраняли их, а никто иные, как экзорцисты. Так, возвращаемся. Хорошо, что флакончики у нас есть. И, ребят, на этом мы эту серию закончим. Вернемся в трактир мы уже в следующей серии.
и в ней же мы пойдем пинать вон того страшного и ужасного еще одного демона красного уровня. На этом все, всем спасибо за просмотр, пока!